Жители Конаково в минувшие выходные снова могли наблюдать сотни мотоциклов самых известных марок. Все они следовали через этот город, чтобы принять участие в мотофестивале Burning Wheels, который с большим успехом прошел в одном из гостиничных комплексов на берегу Волги. Ритмы рок-н-ролльных мелодий, вкусная еда, высококачественные напитки и сотни мотоциклов, яркое солнце и освежающая река. Все это мотофестиваль Burning Wheels, который уже в третий раз прошел в гостиничном комплексе Конаково River Club. Программа праздника, с одной стороны, традиционная, но с другой, в этом году в ней появилось и новое. В этом году добавилось больше активностей, развлечений на пляже, на воде. Вейки, сапы, ребята сегодня с утра уже поплавали. В этом году добавили мы еще массаж на пляже, допустим. Музыкальная программа, как всегда, разнообразна. Мистер Твистер, Мамульки Бэнд, Фри Райд, диджей Астахов, диджей Гонсалес, Дарья энд Фрэнс. Многие группы уже не в первый раз участвуют в фестивале. Мы уже участвуем, на самом деле, не первый год, уже как бы третий, наверное, год, да, проходит фестиваль, и мы как раз третий раз участвуем. Ваши впечатления от фестиваля? Нам очень нравится. Чем? Выезжаешь за город, все классно, куча мотоциклов, красиво все. Куча мотоциклов – это еще мягко сказано. Байков, причем не только двухколесных, здесь действительно огромное количество. Гости приехали из многих регионов нашей страны и даже из ближнего зарубежья. Многие тут уже не впервые, как, например, Евгений Кислицын на своем Харлее. Он отмечает, что байк для него – это не просто транспортное средство, это философия. Путешествие на мотоцикле – это прежде всего, наверное, мир с самим собой. Потому что когда ты путешествуешь, есть дорога, есть мотоцикл и есть все чувства. Запахи, ощущения и так далее. Ну и прежде всего единение с собой. Все три дня фестиваля Burning Wheels пролетели мгновенно. Тем более, что с погодой очень повезло. Не было ни дождей, ни испепеляющей жары. Неудивительно, что все его гости, расставаясь, говорили: через год они снова приедут на этот праздник.